хочу отдавать свою жизнь ради спасения кого-то. Я хочу жить так, как я хочу. Совершенно новая интерпретация всем известной сказки «Колобок». В семье рождается мальчик, который хочет жить только для себя. Он уходит от родителей и по дороге встречает разные испытания – хулиганов и мошенников. Ну, а если ты проиграешь, я заберу твой. Идем. Давай. Играем. Спектакль называется «Страсти по Колобку». Главный герой – известный всем персонажи детской сказки. Сюжет основан на библейском писании об Иисусе. Мальчик Колобок имеет не очень хорошие черты характера, однако жизненные трудности меняют его. Сказку поставили воспитанники воскресной школы при храме Воскресения Христова для ребят из центров «Веста» и «Надежда». Они ежегодно нам помогают с такими театрализованными представлениями. Покажет детям, как Колобок справляется со своими, может быть, плохими чертами характера. Мы пытались традиционную сказку «Колобок» рассмотреть по-другому, немножко по-современному как-то. Вот. И у нас трактовка немного иначе, чем традиционный сказочный вариант. Она отличается тем, что она, скажем так, немножко задевает наши проблемы, которые больше волнуют молодежь. После спектакля для детей было организовано чаепитие и раздача сладких подарков. Светлана Шумкова, Фахри Исламов, Новости НТР.